Починили. Двигатель не надо снимать, чтобы свечку выкрутить, да? Как на Range Rover. У него черный дым идет, ему надо смесь. Не-не, затроил, мне где-то свеча не работает, может. Если чали, провод где-то вышел. Слышу, так посмотреть со стороны. Переодеть только Рому надо и все, да? И вроде война только закончилась или началась. Можно, да, кино. Есть форма, да? Американская? Нет, военная. Или поставить старый. Или посмотреть зазор контакта. Сейчас мы уберем. Да не один цилиндр же. А вот схема проверенная, да? Да я лишний другой запасной. Я сейчас расскажу историю. Мне было 6 лет. У моего отца был мопед ЗИФ. И ЗИФ? Он дал, да. Мы это переехали на новое место жительства. И он дал хлопцам соседям, чтобы они на нем ездили. Они на нем сломали тормоза, сцепление и выкрутили заслонку, чтобы всегда на полную ехать. Оригинально. А как тормозили, типа снимали свечки провод, срывали, ага. И она останавливалась. И я же, мне было 6 лет, я взял этот мопед, да. Как заводится вообще. О, все цилиндры, да, работают? Нет, это подправили. Это бамбается. Это подправили. Подстраивает, да. А тот цилиндр, может, другой какой-то? Не знаю. Вот этот. А как вы проверяете? Чисто подлетает на массу, чтобы быстрее. Работает. А первый нет? Первый нет. Первый не работает? Меняем свечу. Нет, так искры даже нет. Вот вы, если там везде искра была, то здесь искры не было. А, есть, вот сейчас есть. Только ну, слабенькая нет. Такая. Меняем быстренько свечу. Сейчас быстро свечку поменяем. Это машина. И мне было 6 лет, и я очень хотел ездить на этом мопеде. Выехал я, тоже были такие набалдажнички, да, на да. Свечу. Я намотал на свечу, закрутил, и думаю, чтобы не срывать, потому что надо было потом дальше проводок оголять, да. Чтобы накрутить. Я сейчас думаю, на ходу откручу, сниму проводочек и остановлюсь. И закручу. Да, и тут я разгоняюсь, и скорость уже такая нормальная была, и я как бы там по проводу лезу. Вот как сейчас помню, вот вроде 6 лет было, да? Давненько, да. Я помню, как сейчас. Как ты откручиваешь как, на ходу как я, на 60 километрах в час, 6 лет не одной знаю, рукой. Может быть, лет 20-30 километров в час было. Шо, но я помню, что я... Все? Все, да. Вот так вот. И чем закончилось? Ну, я помню искры, я помню... током тебя било. Я помню череп впереди в глаза. Черного цвета был. Одного нет. Нет, цилиндр не работает. Может быть, в трамплере контакт надо посмотреть. Похоже на трамплер. Смотрим на трамплер. А капот оригинал? Не. Уже с нуля. С нержавейки, я смотрю, что там. Часть нержавейки есть. Запах сгоревшего топлива. Ну правильно, да. Если топливо не горит. Ого. Что? В 2-3 раза зазор увеличивается, уменьшается. А, люфт... Ну, маленький зазор, если честно. Не, он там болтается, маленький. Втулка центральная. Ну, оно-то и болтается, а он да. Что-то открученный весь как будто. И зазор маленький, да, вы правы. А надо чуть-чуть еще провернуть сайтер, потому что там в один момент, вот видите, сейчас немного перескочило. Кулачок уже... Кстати, передачу толкните его назад. Ну, маленький. Можно попробовать.
Назад. Еще маленький, еще, да? Еще надо. Ну да, совсем маленький. Ау. А, прерыватель или маленький? Думаешь, вот это. А, то проводку фары подписывал. ЛГДП. Понял? Габарит, ЛДГП да, вообще а. Может быть еще. Нет, это габарит левый. Когда разбирал. Фильтр прозрачный с колбочкой. Советский. Ага. Кором, так у них вверх ногами он стоит. Точнее, он у них стоит наоборот, а здесь это родной. Бензонасос, конечно. Ну да, да, на нем вот отстойничек такой. У меня есть большое фильтр. Сомнение насчет обычной трубки, которая стоит на давлении масла. Уже рвало. И туда специальная трубка должна стоять? Нет, там специальная. Это и есть специальная? Ага. Там рвало из-за старости. Я другую поставил, увеличил зазор. Так, бегуном. Существенно. Поправка. А что с угольком? Нормально. Крышка есть. Новая. Макс, как владелец 69-го, очень подготовлен. Есть мотор лежит, там что-то есть. Слышь, как удобно, что она компактная машина, ты видишь? Один человек может все это делать. Не надо второго звать никого. Надо перебирать. А здесь еще есть втягивающие? Да. Были же, ну, да, в то ногой. Время были ногой. И одежды, знаешь? Не, были же ногой тоже. Зажигание пораньше может поставить. Сейчас туда. Слабо. Слабо, да? Работает. Проблема вот там. Не хочу за нее броться. Вторая. Вторая проблема. Меня ее не все. Свечи капризные, надо их. Слышишь, не, в портьеры ставить. Не хочет в оффроуде кататься, ты понял? По очереди, сначала четвертая, первая, теперь вторая. Короче, останется потом только третью поменять. Вторая, да, ребята? Да. А все есть. Пока. Да все там подготовлено. Еще свечи старые такие. Я так на УАЗе с бензиновым мотором выехал. Твою так не починишь. Не получится. Два раза выехал, он мне два раза мозги вот так попарил. Кто? Мотор, да. Я его открутил. Вторая, да? Ты жесткий, конечно. Вторая, да? Так он и валяется, да. А там 20. Да, вторая. Нет. Лазь. У меня был сколько? Слышишь? Видео, чтобы было быстрее, ну можно ускорить там в 2-3 раза. Но с твоей скоростью можно не ускорять ничего ровно. Да я же за вас переживаю, ваши планы ломаю. Да все нормально, никаких у нас планов. Вода уже высохла. На эту машину можно смотреть вечно, да, как на огонь, воду, и как ты меняешь свечи. Не-не, поставлю сиерры. Сегодня? Не-не. Да сейчас какую-то сиерру на трассе остановим. Не-не-не, я новую куплю, но там будет... Пока спросим, как проехать в бровары, быстро снимешь свечи. Не тонну, на советских нельзя ездить. Я думаю, ему безразлично какое-то. Да? Нет, чуть типа. Нет, она же рассчитана на 66-й дизель. 66-й 70. Подожди, а ты затянул или нет? Да. Так, продолжение. И тишина, да? Тихо работает. Не отзывается. Надо перебрать, поднять. Так снимаешь. Вот сейчас. Я не глушить его не буду. Так быстро крутишь. Я не буду его глушить сегодня. Поставлю. Тогда давай толкнем, да и все. А я сейчас ручкой.
А что, ручка есть? А вон дырочка. Срывает, срывает. Это ручкой за честь, каждый человек хочет покрутить, я думаю, эту машину ручкой. Давай, ручкой. Давай по очереди. Завести можно ручку. Давай список, кто, да, по, кто за кем крутит, чтобы, ну, чтобы всем хватило. А я москвич заводил в минус 20, ручкой с полоборота заводил. Ого, какая ручка, слышишь? Это... Мотор там, посмотри, где. Зажигание включено, да? Ха-ха-ха-ха, фантастика. Фантастика просто. Так стартер не надо перебирать. Даже... У меня вот так москвич заводился в минус 20. В 94-м. Мы типа не троим, не троим, типа. А что-то там испаряется. Ну свечка не работает. О, нет, так, разгон. Назад зажигание вот здесь. Да? Поздновато чуть-чуть, да? Нет, верните назад зажигание. Зажигание раньше надо, однозначно. Пускай первую понизит. Макс, зажигание крутануть надо. Да, 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 да. А вроде не крутили, только зазор же трогали. Ехало лучше. До ремонта. Или как, зазор уменьшить. Как позднее зажигание. Да. Зазор уменьшить. Слишком большой зазор. Это точно можно. Рано вы туда. Делаешь раньше зазор, так зажигание. Кто-то явно не палит, кто-то один. Ну, еще будем выбраковывать. Там прижать его сильнее, может, надо. Ну, первый вроде бы. Нет, первый работает. Основная проблема не только в этой, он же и обороты не набирает. Это, наверное, действительно уменьшает зазор опять. Работает. Это да. Так легко проверить, уже слышать. Первым мне не нравится. Верните назад и не забудьте. Да. Первое. Ну, в оффроуде проявляются нагрузки. Потраивает она меня. Я уже хочу менять бобину. Дело было не в бобине. Знаете это выражение? Нет. Это есть у меня одна машина, серьезный топовый внедорожник, купе, заднемоторный. В общем, очень серьезный. И, похож на Porsche, да? И мы тоже думали бобина. Думали бобина тоже. А Бодя говорит, дело было не в бобине. А что там поменять надо было, я не помню. Что-то мы поменяли, да. Продали его уже? Да где ты, что, я берегу в музее сейчас. Ух, как классно заводит. Надо... И зазор или позднее. Сейчас пилот... Сейчас он появится. Пилот должен протестировать. Ну, тогда... У меня тут такие мысли появляются. Но потом мы вторую пониженную, как ты там делаешь. Это вторая пониженная. Была вторая пониженная. Да. Давай его ловим наверху. Да, да, да. И коробка, только мотор другой. Слышишь, меня тут посещают. Посещают мысли, говорю, тут в этой яме, ты видите, мы как в воронке стоим вроде. Это с войны, тут видно немцы. Потрял. Немцы не дают нам выехать, не отпускают с ямы, мне кажется. Вытянуть или вытянуть, или назад. Вытянуть. Поехали. Да не, ну мы ж тут привыкли уже. Бампер. Сильнее разгонить.
тогда давайте до конца назад. До конца назад. Давай, давай. Не хочет. А я так уже заведу ее. Я предлагаю аттракцион. Так мы ее отверткой заведем. Вытягиваем его прямо оттуда. Сука, потраивает. Не потраивает, у него ранее дрянет. Зазор могу уменьшить. Сейчас зазор все-таки надо вернуть на место. Давай. Еще. Так надо держи. Не, тут что-то не хватает, ему как держит что-то. Да, большой. Большой очень, да? Так, выключай зажигание тут. Да. Есть. Макс, Виллис ты еще не ремонтировал. Так это не Виллис. 69-й. А, 69-й ремонтировал, да? Ты на своем месте. Там техпроцесс определенный. Надо так, чтобы по зубам не дало. Маленький зазор. Где-то что-то. А мы это самое бегунок поставили? Бегуночек мы проверяем. Мы поставили. Мне зазор нравился. Давай толкнем. Подзалить могло. Подзалить могло? На гору, когда ехал, там было... Заглох. Дым черный пропал. Черный бросает. Ничего. Черный бросает. Ну выхожу сколько можно, нет, тогда выкину. Красавчик. День короткий. Ну да. Надо очень быстро и сразу на второй маршрут, да? Как вариант.